Специалист лесопожарного центра Тверской области Алексей Гусаров представил Тверскую область на 9-м профессиональном конкурсе России и Беларуси «Лучший лесной пожарный» вошел в золотой список лучших лесных пожарных 2023 года. Алексей Гусаров представлял регион на конкурсе, пройдя специальный отбор на уровне региона. Он выступал под номером 5. Конкурс, организованный Рослесхозом и авиалесоохраны, продолжался 4 дня и включал 3 этапа. Спортивное многоборье, ориентированное в лесном массиве и преодоление полосы препятствий с имитацией лесных завалов, заболоченных участков, пересеченной местности с демонстрацией умения использования основных ручных инструментов тушения лесных пожаров. Это бензопилы, мотопомпы, ранцевые огнетушители. Жюри оценивало не только скорость, но и точность выполнения заданий. Всего в состязаниях принимали участие сотрудники лесопожарных служб и авиалесоохраны из 21 региона России и Беларуси.